это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию СВА в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Повествуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех.
Слышь, поле боя! Красный! Вид серьезный! Они поимели нас! Thank you.
катушка, Коми! О развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты